Итак, друзья, угадайте, что это за ритуал. Думаю, многие поняли. Это покормить птиц на растущую луну. С какими словами? Кто помнит, пишет в комментариях. А кто не помнит, как много перьев в этих птицах, чтоб столько было там счастья, благополучия, успеха, удачи, да и всего-всего-всего-всего самого хорошего. То есть тот, кто сам себе что желает, вот это и повторяет. И сыпите зерно, любое то, которое птицы едят. Вот у меня вот эти птицы слетаются со всей округи. Со всей, каждый день. Это ихняя кормушка. Даже вот несчетное количество их. Так что делайте, кормите. Вы не только делаете добро Вселенной, но еще и можете себе сделать пользу. Кстати, какие они красивые, как они отъелись. Кто знает название этих птиц, в комментариях напишите. Ну все, всем удачи.